Что здесь происходит? Да что происходит? Мы же сейчас на улице, правильно понимаю? Нельзя снимать. Да хер из два, светит солнце. This is Baker Street? Baker Street. Ну, коридор, как бы, да. Так, это пранк? Это видеоблог. Мы сидим в бизнес-зале, ждем вылета. Виктор Комаров. Это за меня или себя? Я тебя. У меня фронталка не работает. Значит, кстати, подарите мне новый Samsung. И ждем следующих гостей, следующих наших ребят. Витек. Видеоблог. У нас здесь есть модник. Вот он. Там вообще все. Модный приговор. Просто лакшери. Просто лакшери. Посмотрите, мужчина. Видеоблог! Мы в Воронеже. Что? Нельзя снимать. А это же аэропорт? Нельзя снимать. А, все, я понял. А мы же в Воронеже, правильно? Да. Так, получается. Ну что, ребят, Воронеж? Так. Первый раз ты прыгнул. Так, я в номере. Воронеж. Вот там все видно. Из окна можно срать и смотреть, что происходит. Тут панорамные окна. И весь Воронеж, как на ладони, смотрите. Вот ладони, на ней Воронеж. О. Красота. Чё ж Белый уехал отсюда? Сидел по себе. Но тогда бы не было всех нас. Это видеоблог, мы в Воронеже. Витёк, звукач! Молодцы, отлично работает. Здравствуйте, а что здесь происходит? А, все. Здравствуйте, у вас еще очки здесь, да? Да. Ясно. Какие памятник. Собака. А у вас ретузы есть здесь? Что? Ретузы. Для себя или в подарок? Ну ладно, тогда не надо. Это же почта, я правильно понимаю? Почта банк. А, почта банк. Все, а мне ничего не приходило? Ладно. Есть какао? Да, есть. А без сахара есть? Оно у нас идет без сахара. Ну прям горький какао настоящий? Да. Наконец-то, в Старбаксе понятия не имеет, что это такое, дебилы. Давайте мне тогда его. Извините, я же правильно понимаю, это Воронеж? Точно? Все. Это же Воронеж, я правильно понимаю? Мы же в Воронеже? Да. Все. Слушайте, ребята, аптека где-нибудь, не знаете, где здесь есть? Раз, два. Во, спасибо. Извините, пожалуйста, это же светофор, я правильно понимаю? Да. И он, когда зеленый, мы идем. Да. Все. Извините, пожалуйста. Здравствуйте. А здесь что, что-то происходит? Где? Ну, здесь. А что должно происходить? Ну, просто здесь ничего нету. Нет. А что нужно? Да я просто смотрел, как будто что-то происходит. Нет? Мы же сейчас на улице, правильно понимаю? Да. Все. Извините, пожалуйста. А это же какой-то прикол или что? Что здесь? Здесь что-то прикол какой-то или нет? А насчет чего? Ну, насчет вы, я просто думал, вы же в таком виде вы прямо на улице ходите? А я здесь работаю. А, вот оно что. А я думаю, да я думал, вы прикалываетесь просто. Блять, не знаю. Да нет, у меня возраст не тот. Так похоже, ясненько. Слушай, а мы же в Воронеже, я правильно понимаю? А? Мы же в Воронеже все вместе? Да. Ну все. Здравствуйте. Это же туалет, я правильно понимаю? Да, да. А там что-то надо платить, я так... Да, здесь трубы. А. Вот, видите, как просто. Заплатил, посрал, да. И хорошо. Это видеоблог.
А это Воронежский государственный институт физической культуры. Будьте добры. Слушай, скажите, пожалуйста, это коридор, правильно? Ну, коридор, как бы, да. Ага, ну ладно. Лифты там вообще. Лифты? Вот да лифты... А, там лифт. Если вам спуститься нужно... Не, мне коридор надо. Коридор? 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 Ну, это надо спрашивать. Здесь такая техническая зона. Я понял. Тем временем за окном уже смеркается. Вечером покажу, как здесь вообще будет красиво. Заката не было, к сожалению. В Воронеже не бывает закатов, чтобы вы знали. Смотрите видеоблог, какой камин. Очень сильно похож на настоящий, очень круто. Смотрите, здесь дым и тепло, и визуально шик. Куплю такой камин, пишите в комментарии. Видеоблог. Видеоблог. Женя Чеботков, новобранец. Да, привет, круто! Вау, остаться! Да, как чувствуется, да, что он, ну, прям реально первый раз. Да. Так что посмотрим, что это за ягода рыжая. Ой, а Витя где? Витя помер, блядь, на лестнице. Лекарство возьмут, смотри. Это видеоблог. А мы же уже... Где-то? Это же коридор, правильно? Да. Все. Видеоблог. О, ну нормально. Это видеоблог. Здравствуйте, видеоблог. Это видео. Ты всегда будешь теперь в кепке, Олег? Олег, да. Есть просьба? Ну да. О, лупанешь? Не, ну надо ее как-то использовать начать. Витек, лучшую шутку. Лучшую шутку? Виктор Комаров. Короче, захожу я как-то в баню, а там трахают Лёха Щербакова. Я говорю, Лёха, ты чё здесь делаешь? Сейчас же моя очередь. Спасибо большое. Встречайте, Нурлан Сабуров. Очень крутой зал. Надо здесь снимать. Серьезно? Будет лицо? О, Да, это надо мое лицо тогда подправить сильно. Есть не грим, а пластический хирург есть? А что, мы выключим зал? Да, да, Нур, все четко. Там четко все. Ой. Опа-на! Добрый вечер, здравствуйте, меня зовут Евгений Чеботков, я тот комик, которого надо будет перетерпеть. Давайте еще раз поаплодируем друг другу. Идите в жопу все, своей школы, до свидания. Ругаются тут. А вы поругались? Нет. Ругайтесь, пожалуйста. За то, что мы смеемся, их раздражаем. Ой, ничего, деловые, блядь. Я хотел вас ругать, а теперь я их не люблю. Надо громко смеяться, правильно? Надо всегда, надо желательно обоссаться на моем концерте. Я серьезно говорю, это мечта. Ну, первый раз такое, первый раз. Ребята, вы что, во-первых, не ссоритесь, во-вторых, ну, слушайте, типа, вот, а? Потише смейся. Да хер раз два, смейте громко. Потише смейся. Ребята, ну, в конце, вы что, мы, блядь, а нам хорошо. Типа, я рассказываю, я такой, ну, шутка, говно, блядь, получается, все. Так, Жиндос выступил. Да. Все выступили, это видеоблог. Нурлан готовится, переживает. Вон ходит. Стас, да. Это видеоблог. Какие ощущения от концерта? А? Ощущения от концерта. Прекрасные, прекрасные. Раздача? В Воронеже, да. Белого нет. Хотя да. Я сейчас спросил охранник что-нибудь. Где Почему белый? У меня белый, да. Я говорю, я не знаю. А где, кстати, белый, Леша? Так он же курил много. Ну спроси у него через видеоблог. Да, белый, я где ты? Пишем в комментариях, фолловеры, где белый? Завтра. Палочка-вручалочка. Липецк будет. Это следующий видеоблог про Липецк, если у нас все будет сложиться. А потом и Тула. Кстати, на Тулу сделай. Тула. А меня могут по авторским правам возвращать. Если то, ты давай попой немножко. Да, я подложу твой голос. Давай. Я вырежу отсюда и вставлю в Тулу потом. Тула. В голове моей на Тула лала. Все. Ну, так ставишь. Сам ставишь. Нурлан Сабуров дает концерт. Кого он очарует? О чем вы говорите?
Видеоблог, собственно, Виктор Комаров. Что? Правильно, В. Хочу себе взять легкий псевдоним. Ну-ка. Хочу ударение поменять в фамилии, чтобы быть Комаров. 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 Виктор Комаров. Как... Комаров. Комаров. Как... Бамблби. Да, как... Ну не Бамблби, как эта машина называется? Шевроле Комаров. Да, чтобы... А имя взять Шевроле. Чтобы было... Встречайте. Шевроле Комаров. Да уж. Самая худшая реакция на шутку. Не, мы сейчас поставим. Смотри, давай говори. И что ты хочешь? Ничего не было. И в итоге как ты хочешь? Хочу ударение поменять. Ага. Фамилии. Ага. Комаров. Ага. А именно Шевроле поменять. Ага. Чтобы меня Руслан обвинял. И следующий гонник Шевроле Комаров. Ой, это разрыв. Разрыв. Просто разрыв. Огонь. Ой, не могу успокоиться. Зрители, слышишь, зрители? Зрители, что нет, звезды. Так, ну чтобы вы понимали, в стендапе такого нет. Это чистая правда. Никогда в жизни мы не подставляем смех. Всегда живая реакция. Так что так. Ну вы сам же видели. Вот, Нурлан выступает. Люди ссутся отчасти. О, Вить, привет. Да, здорово. А Лёхи нет, да? Не, вот он. А, о май гай, что здесь? А я же правильно понимаю, мы можем что угодно выбрать? Стаса, я могу подключиться и мелодию. Будем пить так. Зачем? Что? Он бокал может взять. Конечно. Я самостоятельно. 44. 44. Что? 44, 94. 44. Блин, это же получается... Это координаты. Это значит прям 44 штуки? А как получается, что повар знает, что делать? Я никогда не пойму. Итак, день подошел к концу, как обещал, ночной Воронеж. Не видно ни хера. Потому что пора подарить мне новый классный Samsung. Со всеми функциями ночных съемок и всего остального. Значит, редакция Samsung.ru. Услышайте и дарите мне новый Samsung. Буду счастливый, ебать, реклама, все дела. Короче, все, встаем, ну я встал, в смысле, едем в другой город. Это уже будет, видимо, другой видеоблог. А сейчас все. Такой короткий выпуск про Воронеж. Про Воронеж. Че, проворонили? Мы уже в Липецке, в номере. Тут вот такой вид из окна. Итак, как именно делать хамам, я уже вам не показываю, вы все прекрасно знаете. Вода льет уже где-то часа 4. Открываем, смотрим. Пар есть. Пар есть. Не выпускаем. Заходим. О, вот это да. Вот это действительно то, что нужно. Все, ребята. Вот, все. Все, вот это настоящее. О, все мокрое. Уже футболка горит. Начинаем заливать. Собираемся на концерт. Одеваемся. Так, все, пошли. Видеоблог из Липецка. Продолжение. Тебя снять ниже или нет? Пока все в порядке. Пока все в порядке. Не делать, не будем делать ошибку.
Хочешь запечатлеть? Хочешь? Девчонки? Виктор Комаров. Итак, и ты, и Марина. Так, начинается. Это там? Уже все? Я же выложу, где-то. Сейчас, может, свет выключить? Да. Итак, братан, давай. Вонючая всегда. Да, можно как бы это, можно пошутить про... Реально прям вспомнился какой-то деревенский такой клуб заиндивелый. Это видеоблог. Мы в Липецке. И уже уезжаем в Тулу с концертом. Так что все. Здесь очень интересно. Да. Видеоблог, Тула. Тулула, 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 Тулула. В голове моей надула. Тулула, 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 Тулула. В голове моей надула. Видеоблог. Так, я в Туле, в номере. И здесь комплимент от гостиницы. Мне положили фрукты. И посыпали их сахарной пудрой, блядь. Спасибо большое, спасибо. Люблю банан с сахарной пудрой. Я же его, блядь, с кожурой есть буду. Так, это пранк, значит. Мы в отеле находимся, Тулы. И тут конференция какая-то, если я правильно понимаю. Там что-то происходит. Естественно, я пойду, уточню, что там происходит, и правильно я все там понял. Я меры приму. Видеоблог. В Тулу приехали. Заключительный город. День два. Этих выходных. А вот эти два не ходят, да? Стационарный, да? Видеоблог. А если вперед чуть продвинуться, валить отсюда как? Нормально? Может, сюда, здесь будем валить? Да, я думаю, да, да. Раз, два. Есть парочки, поаплодируйте, пары. Есть пары в зале, кто вдвоем. Да, вы пара. Да, говоришь, говоришь комплименты свои. Леха, что делаешь? Трусы кажу. Видеоблог. Пойдем в колесе обозрения. Лондон. Это видеоблог. Я в лондонском метро. Видеоблог. Привезло меня метро на Бейкер-стрит. Бейкер-стрит. Sorry? This is Baker Street? Baker Street. Же, правильно же? Thank you. Да
их в такси. Сейчас выдерут. So who's been the same again, Bauman, before? No. Yes. Who's the first time? Yeah. I just saw you already. So, Martin is going to take one of them to the Isle of Fernando's and try and shag them for a weekend. Now the question's really tough. We test the girls' knowledge. Sort of question. Галереи. И тут еще рисуют. Ну, пока хуйня, конечно, какая-то получается. Прям вообще плохо. Ну ладно.